Тыц-тыц-тыц, народ. Кто куда, а я за водой. Да, кто-то ездит за хлебушком, кто-то за колбасой. А я вот в штате Невада, езжу за водой. Но хочу обратить внимание, не знаю, видно или нет, налево гляньте. То же самое, в принципе, и направо, если у нас сейчас цветут вот эти вот пустынные красненькие цветочки. Вот они такими цветут горстями, как колокольчики. И если честно, очень-очень даже красиво. Очень-очень. Вот, особенно если забраться на какую-нибудь вершину и вот видеть это все поле. Я не буду сейчас тратить время, чтобы это показать вам. Да и, честно говоря, телефон не передаст. Да и камера не передаст это все. Очень ничего. Понимаете, вот только вот передаст там все. Передается, передастовская, которая вот почему-то нравится. А вот все хорошее, оно не передается почему-то вот ни камерой, ни телефоном. Короче, мягко выражаясь, грубо говоря, еду за водой очередной раз. Вот, потому что я знаю, где классный родник, потому что я знаю, где классная вода. Ну что, я здесь зря, что ли, прожил 27 лет? Конечно, я знаю, вот, так скажем, рыбные места. И, кстати, рыбные места тоже знаю. Так что, если кто соберется на рыбалку вне воду, вот, можете смело контактировать, как говорится, меня, то есть связаться со мной. Я вам покажу рыбные места, мне не жалко. Вот как-то так. Пока-пока. До встречи в эфире.